вышел сейчас хотя бы один из экономистов России на понимание этих вещей, о чем говорил Сталин? Нет, не вышел. Именно поэтому работы Сталина закрыты. Их вроде никто не запрещал, но попробуйте найти. Потому что, когда такое читаешь, все становится очевидным. И поэтому не случайно в эпиграфе одной из книг по Сталину написано: «Сталин не ушел в прошлое, он растворился в нашем будущем». Мы добавляем, как бы это ни опечалило многих, да, нам предстоит осмыслить и понять то, что делал и понимал Сталин. И почему во времена Сталина с 47 по 53 год устойчиво снижались цены на все товары, которые мы относим к разряду демографически обусловленных потребностей человека. Эти потребности, ну, нужные, не деградационные, которые уничтожают генетику, а демографически обусловленные. Почему эти потребности удовлетворялись Сталином по постоянно снижающимся ценам? Пока мы не поймем эту алгоритмику и не поймем прошлое, вот так, как оно было, у нас ничего не изменится. Пока мы не поймем, почему сталинский дом не нуждается в комментариях, что это такое.